Эгэгэй, здорово, бро. Ну как у тебя дела? Че, проходишь Багровый лес, новый марафон? А я вот прохожу потихоньку. Итак, давайте сразу пойдем, наверное, мастер, вот этот два, босс, короче, попробуем тут сразиться. Тратим 30 билетов и идем в бой. Вернули, короче, они опять эту систему, новую, старую, непонятно какую, короче. Вот. Опять тут надо очень много фармить этих жетонов, чтобы, короче, перейти в следующий. Ага, что я сделал? Окей. Так. И колено попадет. Да, отлично. Короче, да, много жетонов, 1200 теперь надо фармить. Прежде чем нафармить эти жетоны, надо тебе нафармить 30 билетов. Блин, это жестко, конечно, я не знаю. Но у меня уже почти предпоследний, да, по-моему, это этап. Вот, остается, короче, 1200 нафармить. Но это будет очень долго, и это будет... И это бесит, как минимум. Не знаю, смотри, пока напиши в комментариях, как ты уже прошел, не прошел. У меня, короче, сейчас только 150 жетонов, жесть. Вот, ну, по крайней мере, есть 100 билетов. Вот. И 3-4 боя где-то я могу провести. А это уже как минимум где-то 200 жетонов у меня будет. Вот, к моим 150. Это уже хорошо. Так, почему еще отвечаю на комментарии, там мне пишут, почему ты играешь постоянно, а не ботом? Чуваки, потому что им быстрее всего убивать. Вот я вам сейчас продемонстрирую. Смотри, я могу вообще, особенно в дуэлях, вот, зачем мне тратить много времени, играя там на других, когда я могу, вот, колено запустил, смотри, бам, все, убил, ваншот. Ну, смысл мне играть по каким-то другим сетам, чтобы, блин, долго там, я не знаю, бить врага, когда я тут могу ваншот вообще дать и все, и пройти. Да, с боссами оно везде одинаково, как бы, да, с боссами я там сеты меняю, то есть, вот, ага. Простыми какими-то нубами, зачем мне долго с ними драться? Вот даже Матерь Смерть, смотри, бам! Теперь я еще и теневуху кинул, все, ну и все, минус. Вот тут зачем долго мне с ней что-то тут делать? Понимаешь? Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, потому что, ну, не знаю, это глупо, мне кажется, задавать такие вопросы, почему ты играешь одним сетом. Какая разница, каким сетом? Как будто тут есть. Большая разница в этой игре, как будто прям пипец, как-то механика сильно меняется игры. Абсолютно без разницы, бью я серпами, молотом, либо, не знаю, либо мечом. Практически все одно и то же. Самое главное результат, понимаешь? Неважно, как проходит война, самое главное результат, чтобы была победа. Вот, поэтому вообще пофигу, каким сетом, если можно выиграть... Без оружия, если бы этот сет тащил без оружия, я бы и без оружия выиграл. Вот и все, мы прошли с тобой и выиграли, пока болтали. Сейчас пойдем заберем награды. Кстати, можно еще бонусную карту смотреть. Если ты будешь смотреть рекламу, ты получишь еще плюс 50 жетонов. Отлично. Итак, пошли смотреть, что у меня по наградам. Значит, здесь мы с тобой золотой марафон события. Мы прошли... Ну, заработали 2100, а нужно 12500. Ладно, заберем награды. Вот, здесь прокачка. Так, сейчас я посмотрю, подожди. Здесь, по-моему, у нас... Так, 500 очков за полное прохождение. Это я получил, смотри, за открытие бустерпака событий. 550-5000 можем заработать. За победу в боях с 800-1000. Ой, 10 тысяч, да? 10 тысяч сейчас можем заработать. Неплохо. Так, ладно, следующий марафон у нас серебряный. Здесь мы, значит, 2000 очков получим за открытие максимального уровня угрозы. 50 очков за победу в дуэлях. Вот сейчас в дуэли пойдем, я тебе покажу, как они будут тащить в дуэлях. Вообще просто изи. Ладно, забираем еще 40, смотри, билетов у нас. Два уникальных бустерпака откроем. Что там у меня, я еще хотел посмотреть по валюте. Валюта у меня 745, да, потому что я уже заходил в магаз. Вот, магазик. И здесь покупал что-то. Что я купил, не помню. За 750, вот, ага, да, вот, за 750 я купил 90 билетов. Вот, в принципе, нормас, нормас. Смотри, можно купить, чтобы рекламку вот пропускать, можно купить за 10 баксов 400 билетов. Тоже как бы имбулина. Так, ладно, смотри, значит что? Значит, у нас 200 ровно с тобой жетонов. Нам еще нужна 1000. Ну, всего лишь какая-то 1000.
Вот, здесь мы получаем 50, вот, но здесь мы тратим 30 билетов. Поэтому билеты надо фармить здесь. Смотри, пойдем сюда. А, тоже, опять же, тут они ботом, вообще на изи, быстро все проходишь, смотри. Ночь понедельника, тут четверга, суббота, пятница, короче, говнари какие-то собрали. Смотри, бам, колено, чпом, все. Одну кнопку нажал, все, я победил. А вот сейчас бы играл за штрафника, там, я не знаю, или за вдову. Мне пришлось бы тут бить, 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 я бы до сих пор еще дрался. А тут бах, одна кнопка, я победил, все. Ну зачем? Ну я же фармлю, вот. Если не добил, если даже колено не добило, всегда можно один... еще ударчик сделать снизу и все, и ГГшка. Ночь среды. Так что, короче, вот поэтому я и играю, а не ботом. Ну вот сейчас она мне запикапила, правда, мое реактивное колено, но всегда можно ее добить. Ага. Понятно, она мне еще хп-шку отнимает. Можно теневыми ударами ее, в принципе, тоже замочить. Вот этот четвертый, по-моему, да, у нее броня повышенная, поэтому здесь у меня тактика такая. Я сначала, короче, ее теневыми. Чпоньк. Чпоньк. Немножко брони сбиваю. Три теневых кидаю, короче, и в конце реактивное колено и ГГшка. Все. И сразу ее выбиваю. А остальные вообще с одного почти реактивного колена вылетают. Практически все. Вот. Вот сейчас, смотри, вампир. Сейчас посмотрим. Получится, нет? Смотри. Чпон. Смотри, мне не добивает, значит, еще пару ударов. Отлично, да. Ага. Ну ладно, я кину теневуху. Интерференция была, но она немножко восстановила хп, поэтому не сразу ее завалили. Но все равно это быстро. Теневой джиггернаут. Субботняя ночь. Где воскресенье, непонятно. Воскресенье куда потерял? Шок, смотри, видишь, по башке еще дал. Давай еще пару ударов, кинем теневуху и все. И все. У тебя и 5 билетов изи заработали. Сколько я потратил, не знаю. Блин, минуту, наверное, а может 2 максимум. Вот. Ну, блин, бонусную карту, если еще посмотреть. Еще 50 жетонов, смотри. Блин, в каждом бою по 50 жетонов. О, опять, смотри, серебряный марафон, еще что-то прошли. А, еще 20 билетов можем забрать. У-у-у. Имбуля. Так, смотри, теперь мы можем пойти с тобой в... как его? В турнир славы. Давай вот в дуэлях сразимся. Сейчас я тебе тоже покажу, как в дуэлях, а не бот тут себя ведет, как он тут всех выносит. Вот опять же, тоже дуэли, да? Надо выполнять задания, побеждать в дуэлях. И смотри, что делает анибот. Смотри. А ты говоришь, не играй за анибота. Смотри. Бам! Все! Вообще один удар. Ты понимаешь, сколько я экономлю времени? Ты можешь это понять или нет? А ты пишешь мне такие комментарии, почему ты играешь одним и тем же. На! Все, до свидания, Эдвард. До свидания, просто. Идеальная победа, все. 2 секунды. 2 секунды на один бой, 2 секунды на другой. Больше вот на эту анимацию всякую уходит времени. Получить вот эти очки славы. И вот, и бах, еще сейчас один бой можем провести на изи также. И просто вообще враги отлетают, ну не знаю. Секундочка, секундочка. Дольше вот это ждешь все, загрузки вот эти бесполезные, всякую фигню. Ну да, бывает, что промахиваешься, конечно, коленом. Бывает такое, но такое редко. Ну смотри, вот 98. За одну секунду. За одну секунду. С 99 же бои у нас начинаются. Да, с 99, смотри, начинается бой. Оп. Кидаешь колено, вот, да, сейчас промахнулся, он меня за дефал. Короче, ну теперь ему все равно пару теневых, и это все равно быстро. Вот, поэтому я играю за анибота, чуваки. Чтобы быстро фармить, чтобы быстро побеждать, чтобы быстро проходить и снимать для вас контент. Кстати, я накопил 104 жетона импориума. Вот, я не знаю, блин, следующий видосик можешь снять, потому что у нас сейчас появился марафончик, вот, вот этот вот марафон, фракционный марафон он называется, смотри, 3000 очков я уже заработал, вот, и мы здесь можем, во-первых, жетоны импориума получить, потом получить 3 сферы, прикинь, улучшения, любые выбить, и потом аж 5 сфер, если заработаем 15 тысяч очков.
Ну, для того, чтобы заработать 15 тысяч очков, нам надо потратить фракционные монеты, во-первых, да? Фракционные монеты, это у нас что? Это у нас такая хрень какая-то, пыль там, я не знаю. Ну, монеты, короче, фракционные, ты понял. Вот где-то они здесь, нет? Здесь их тоже не показывают. Где их посмотреть, я не знаю, честно говоря. При прокачке, наверное, сетов, если вот сюда пойдем куда-нибудь, какой-нибудь сет давай возьмем. И вот они, нет, вот они, фракционные монеты, да. Так, улучшить я не могу. Ну, кстати, у меня выпадал... Так, сейчас, подожди, надо вспомнить. На какой-то сет у меня выпадала сфера одна. Блин, вот если я не ошибаюсь, по-моему, на рысе выпала случайно сфера. Давай, ну-ка, посмотрим. Да, вот одна сфера. У меня ноль было, смотри, видишь, одна сфера на демона выпала. Принц демонов. Вот, да, его бы улучшить, конечно, блин. Но сейчас я, по-моему, не могу. Хотя, может, и кого-то могу улучшить. Да, вот, смотри, вот, улучшу, 1000 сразу потрачу. Смотри, король фестиваля. Так, улучшил, да, правильно? Да, улучшил. Так, ну-ка, давай еще посмотрим, может, кого-нибудь еще могу улучшить. Вот, пожалуйста, еще 1000 сейчас потрачу фракционных монет. Отлично. Дальше ищем. Так, ты кто? Тоже могу на тебя. Блин, ну я вот на эту эссенцию аберита этого трачу, блин. Вот это плохо, конечно. Ну ладно, аномально хоть. Вот, 3000 я фракционных монет потратил. Ну-ка, я прошел марафон. Да, смотри, было 7 уровней, стало 1. 6000 очков уже заработал. Уже 2 жетона эмпориума могу забрать. Даже 3, еще один здесь. Так, ну чуть-чуть, не хватит, 2000 очков, и я смогу забрать вот это. Ладно, наверное, это снимем в следующем видосе, чуваки, я вам покажу, как я, во-первых, 100 своих жетонов эмпориума попробуем. Только вот не знаю, где, вот здесь кидать или здесь просто кидать. Наверное, здесь просто вот буду бросать, короче, бросать, говорю, покупать эти жетоны, бросать уже, блин. Смотри, вонючая, как она, ерунда вот эта, бросаешь доска удачи, уже голова кругом, короче, идет. Особенно от предыдущего вонючего марафона, где столько там я потратил, блин, гемов. Просто 20 тысяч гемов было, у меня оставалось что-то 3 тысячи, по-моему. Ну, короче, в следующем видосе сниму тогда для вас специальное видео, как я закупаюсь... Как я трачу жетоны эмпориума и закупаюсь этими бустерпаками. И посмотрим, на кого мне повыпадает. Вдруг удача будет на моей стороне и выбью кого-нибудь. Я бы хотел, конечно, прокачать больше всего. Ну, это рыся. Это штрафника. Наверное, да, еще кого. Вдову. Ну, те сеты, которые я люблю, которым я люблю играть. Вот, потом кого еще? Вот эта, которая дымит везде, пердит, короче, на все локации, блин, как этот сет называется, постоянно его забываю. Вот, на него бы тоже я бы хотел выбить, потому что он мне вообще на втором левеле, по-моему. Вот, потому что сет имбовый, на самом деле, особенно против сложных боссов, вообще имба. Вот, ну не знаю, посмотрим, поэтому... Подпишитесь на канал, если еще не подписаны, там колокольчик врубите, чтобы не пропускать. И я надеюсь, что в следующем видосе мы это сделаем с вами. Потратим 100 жетонов эмпориума, даже больше. Там у меня, короче, еще я накопил в этом, в войнах фракции, там мне надо награды забрать. У меня там, по-моему, еще 10 жетонов где-то будет. Да, и еще вот здесь заберем мы. В марафоне. Ну, короче, где-то 100-110 жетонов эмпориума. Нифиг делать, мы с тобой потратим. И посмотрим, что из этого получится. А вот интересно, мне еще, я не знаю, бро, ты сталкивался с таким или нет? Напиши в комментариях. Если, допустим, у меня уже прокачан сет на всю катушку, и на этот же сет, допустим, выпадает жетон эмпориума, то... Не, вообще, во-первых, может ли выпасть жетон эмпориума или нет? Скорее всего, наверное, может, да, если выпадет, то, наверное, компенсацию какую-то дадут. Но вот это не знаю я, честно говоря. Пока я сейчас с таким не сталкивался, потому что у меня ни одного сета прокачанного до конца нету. Поэтому тут непонятки. Поэтому напиши в комментариях, если ты сталкивался с таким, то дают ли какую-то компенсацию, если на этот же сет тебе выпадают жетоны. Ой, не жетоны, а сферы. Сферы. Так, матерь смерть, иди в жопу уже, все, умри.
Отлично, добил. Добил. Короче, буду, наверное, вот этим марафоном теперь заниматься в ближайшие дни. Надо нафармить, блин, вонючих вот этих вот жетонов угроз. Так, еще 50, нормально. 200 жетонов апаем, да? Нормально, нормально. Ладно, пошли еще разочек. 140, нифига себе у меня билетов. Я нормально сейчас, в принципе, нафармлю здесь жетончиков. Там я еще что-то купить хотел за жетоны, вот не помню. Или... А, наверное, бустерпаки вонючие. Да, бустерпаки. Вот сейчас, видишь, колено один удар сделал и... Не убил. Ну ладно, сейчас добьем. Сейчас добьем ученицу матери смерти. Ученица матери говна. Идеально. Еще бы. Еще бы. Так, окей. Давай. Сразу попробую. Все удары залетят. Да, отлично. Сразу реактивное колено и всех добиваем. Сразу добиваем с одного удара. Хорошо. Ладно. Так. Я не знаю, кстати, я, если вот в этих боях участвую, я марафон прохожу или нет как-нибудь? Там что-нибудь очки за него дают или нет? Скорее всего, ни хрена ничего не дают. Бесит. Это бесит. Там, по-моему, за какие-то бои дают. Блин, нафиг я его начал бить, надо было сразу колено кидать. А, опять один удар тупой. А, всё? А что такое? А, бомба, наверное, наложилась, да? Что-то я не заметил даже. Что было? Ну ладно, я его добил. Самое главное, или ее, кто это? Посланница, да, это она. Ну, окей. Без брони, но в шлеме почему-то. Давай попробуем. Залетит? Да, отлично. Сразу ваншот. Ну тут не ваншот, тут три удара фактически этим коленом идет. Ну, все равно. Практически это ваншот. Окей, осталось последний. Матерь смерти. И таким образом, короче, будем фармить. Ну, следующий видос, значит, по Эмпориуму, наверное, выпущу. Вот. А потом уже покажу вам следующий этап, когда завершу весь марафон. Ну да, хочется пройти все-таки марафон. Тут мы, кстати, в награду получаем вот этот сет. Ну, такой себе, я этим сетом особо не пользуюсь. Вот. Даже не знаю, что у него там за характеристики, что он там делает. Что-то взрывается, видишь? Что-то бабочку какую-то, шумабочку. Что это за хрень, вообще не знаю. Даже не понимаю, что этот сет, короче, что он дает. То ли он что-то накапливает, смотри, видал, там красная. Красная полоска, вот накапливает, какую-то бабочку устанавливает. И что это? Смотри, вот у него копится, дальше что, дают какую-то ей агрессию. Давай посмотрим. Вот она сейчас... Ага. Быстро накапливает и, видимо, дает один какой-то теневой удар, что ли. Ну, а смысл, что у меня вот анибот вообще сразу может теневых ударов сколько хочет кидать. Еще колено реактивное, это вообще имбуля. Не знаю, что дает эта бабочка, хрен его знает, короче. Надо зайти почитать, но мне лень. Мне лень! 50 жетонов. Так, золотой марафон, да? Что-то прохожу, кстати. А, вот этот вот марафон, видимо, прохожу, да? А, за победу в боях событий. Вот здесь. Мастер 2. 150 очков могу заработать, оказывается, да. Вот здесь еще жетоны импориума, вот эти два штуки. Вот здесь купола, жетоны купола. И здесь купола по купола. Вот, два жетона. Итого 4. Итого. Итого, как говорит Светлоликогой. Светлоликогой. Вот, итого 4 жетона будет, и мы сможем с тобой здесь вот еще. Ну тут хотя, блин, видишь, хрень какая-то. Не знаю. Хотя мне уже. Да. А, 5 жетонов эксперимент получил какой-то. Ну ладно, я не знаю, это все равно, ладно, это халява, поэтому. Поэтому пофигу. Окей. Идем в багровый лес, идем дальше. Так, 320 жетонов, уже неплохо, уже неплохо. Потихоньку двигаюсь. 320, нормально. Сейчас еще два боя, уже будет 420. Потом там. Там, в принципе, можно фармить тоже нормально. Там 20 жетонов дают. 5 билетов и 20 жетонов. 5 билетов, 20 жетонов. В принципе, изи. Тоже можно играть. 10 боев провел, 200 билетов заработал. 200 билетов. Ой, вернее, 200 жетонов заработал.
10 боев, да, провел. И что получается? И 50 билетов, да? Ну это мало, конечно. Ну, ну что делать? По-другому никак. По-другому никак не выиграть. Ну я имею в виду вот там, где фармишь билеты, да, ты понял. Смотри, вот здесь. Видишь, здесь дают 20 жетонов и 5 билетов. Вот 10 боев ты проведешь, ты заработаешь 200 жетонов. Вот, и 50 вот этих вонючих билетов. Тоже, и, тоже, в принципе, неплохо. Не сказать, что прям супер, но другого варианта нету. Либо иди покупай за гемы эти вонючие билеты тупые. Но они стоят там пипец как самолет. По-моему, что-то там, я сейчас не знаю, не помню. Сейчас зайдем в магаз, посмотрим. Но там много, что-то 1200 рубинов тратишь. И 2500, по-моему, рубинов, что ли, за 400. За 400 билетов или за сколько? Не помню, вот честно, сейчас посмотрим. О, улетел, ноги торчат, смотри. Улетело, ноги торчат. Угар, так, ну-ка давай зайдем, посмотрим, сколько здесь предметов. Да, 1200, смотри. 200 билетов и 2500, 500 билетов. Ну тоже жопа, конечно. Так, а бустерпаки 1500 стоят. И еще я что-то хотел, я вот за эти жетоны что-то еще хотел купить. Я еще такой думаю, надо накопить. Но вот это вот бессмысленно, 7500. Только два уникальных вот можно купить, конечно. Получить какие-то. Так, вот здесь еще я рубины не тратил. Ну, я не хочу, честно говоря, рубины тратить. Ну, его нафиг. Вот и так 6000 кое-как уже у меня накопилось. Хотя, не знаю, было до этого вообще 2500 у меня. Было 2500, хрен узнать, откуда у меня 6000 появилось. Но из-за того, что там, да, марафоны какие-то проходил, какие-то мне давали там эти, знаешь, компенсации всякие. А, потом, да, я же кидал этот. А, в предыдущем марафоне, помните, там же доска удачи это была, и я два раза выбивал по 750 рубинов. Два раза мне выпадало, пипец везения. Понюче. Не, ну, кстати, я не считаю, что мне не повезло. Я, в принципе, выбил... неплохо так выбил, считай, на как его, на анибота сферы. И выбил еще же на кого-то, на кого не помню. На еще на кого-то. На кого, блин? А, блин, ты меня захикатывал. А, во, видал, у нее еще что-то. Она вот сейчас она просто, она не теневой выполнила, как будто как этот стал. Вот, видишь? Что это она делает? И она дополнительный урон какой-то наносит, видимо. Какую-то злость, агрессию проявляет. И дополнительный урон у нее. Не знаю. Что-то ей дает, наверное, может, повышенный урон какой-нибудь. Хрен знает, что это дает. Это красная полоска тупая. Но что-то дает. Матерь смерти. Получай, отлично. Блин, мне нравится, когда вот это колено один раз бьет и наносит бешеный урон. И сразу завершается. Без замедления, без ничего. Так, бонусную карту смотрим. Отлично, 200 жетонов, хорош. Короче, ладно, чуваки, на этом, я думаю, закончу. Вот, продолжим в следующем видосе. Значит, ну я планирую все-таки все марафоны пройти. Вот эти, потому что интересно мне, что из этих жетонов купола там мне выпадет. Выпадет ли что-то хорошее или нет. Вот, ну и самое главное, это вот этот фракционный марафон, который я, конечно же, хочу пройти. Потому что, блин, ну потому что сферы просто так не валяются. А тут 8 сфер все-таки можно выбить. Это уже имбуля. Все, ребят, с вами был Максим. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Играйте и выигрывайте. Желаю вам, чтобы вы все свои сеты прокачали.